Congratulations. What do you think the success formula is in chess? Your Sorry? В чем, по-вашему, заключается формула успеха? In chess, what is your opinion? For me, just to enjoy, have fun. Магнус Карлсен, Норвегия. Для меня формула успеха состоит в получении удовольствия и радости. Тренировать свое тело и свой разум. Расширять свой кругозор. Играть разные позиции, разные дебюты, с разными игроками и на разных временных контролях. Тренировать свой мозг на других играх. Это улучшит ваши аналитические способности. Достаточный сон. С раннего возраста и по сегодняшний день я всегда старался спать как минимум 9 часов. И некоторые из этих... А, интересно. Извините. Он вообще-то не спит. Нормально есть и пить. Мой любимый сок, как вы знаете, апельсиновый. Учиться, наблюдая за другими. Сидеть за доской и играть сам с собой. Это улучшает интуицию. Учиться на партиях других и внедрять все это в свою игру. Бороться до конца. Никогда не сдаваться, играете ли вы на победу или на ничью. Применять все на практике и никогда не падать духом. Успех не приходит случайно, успех не зависит от случая. Успех есть закономерная цепочка тщательно продуманных событий. Я не помню. And with the black pieces, world champion from Norway, Magnus Carlsen. И черными играет чемпион мира Магнус Карлсен. Трудно ощутить эту огромную радость, когда ситуация была такой благоприятной для меня. Ну, с начала матча, но, знаете, я доволен, да. Я доволен очень хорошим выступлением в целом. Вы оказывали на него давление и спровоцировали его на ошибки для решающих побед. Мы знаем, что вы довольно критично относитесь к себе. В этом матче это должно было быть очень сложно. Конечно, можно было указать на идеи, которые можно было бы реализовать по-разному в каждой игре. Но в целом я доволен своей игрой, очень горжусь своими усилиями в шестом туре, и это заложило основу побед. Магнус, ты планируешь разделить свой праздничный торт с командой Непала? Ага, это отличный вопрос. Я думаю, учитывая историю матчей на первенство мира, вы не сможете когда-нибудь откусить хоть какой-нибудь кусок пирога. A film where famous athletes, world and Olympic champions talk about their path to success. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые люди добиваются успеха, а некоторые нет? В чем секрет успеха? От чего он зависит? И почему очень часто те люди, которые вроде бы делают все правильно и верно, не всегда добиваются успеха? И очень часто в жизни происходит наоборот. I saw the coach more often than my mom. This is the way to Olympic victories. Так из чего же слагается успех? Есть ли универсальная формула успеха? Мы провели исследование, основанное на нескольких сотнях интервью, взятых за 7 лет с известными актерами, выдающимися деятелями науки и искусства, олимпийскими чемпионами и простыми людьми, чтобы получить универсальную формулу успеха, которую человечество со временем сможет использовать. Эти выдающиеся личности, овладевая умами миллионов, двигают человечество вперед в эволюционном развитии.
И эти замечательные люди делятся с нами тем, как добиться успеха. I would wish for the type of work that reintroduces itself to people. And I just want to say, what did it feel like looking at yourselves younger for the first time when you were looking back at the movie? Was it a bit crazy? Этот документальный фильм содержит множество последовательных сцен с реальными персонажами, а не с персонажами, которых изображают актеры. Все актеры сегодня играют для вас самих себя. Show-stopping climax. And then I jump across the building and we were adjusting things. Получив всю эту информацию, мы задались следующей логической целью. Можно ли на основе сбора и анализа накопленных за всю историю человеческих базовых знаний вывести некую универсальную формулу успеха, которая будет работать? Можно ли потом ввести все эти данные в квантовый суперкомпьютер и, подключив свой мозг, вывести единую формулу супербыстрого познания мира? Формулу, по которой из точки А в точку Б наш разум и тело сможет пройти в разы быстрее, чем делают это традиционная наука, искусство и принято делать в спорте для получения высоких результатов. Ведь сократив в разы затраты на познание, мы починим себе время и увеличим сроки своего осознанного состояния в окружающем нас мире.